Ну что ж, всем привет, уважаемые мои любители строительства в GTA 5 с мэп-эдитором. И я приехал на стройку, у нас утро, так что можно продолжать. Вы все помните, что было вчера, я вам все это показывал. И, наверное, стоит нам сегодня поработать над вторым этажом, я думаю. Первый этаж у нас, в принципе, нормальный. Ну, есть небольшие косячки. Вот, допустим, там просвет какой-то я вижу. Но это, ребята, ничего страшного. Это еще не конечный вариант, так сказать. Так, далее. Что нам нужно далее? Далее мне нужно выйти наверх и подумать, что же там будет вообще наверху. Так. Ага. Так, я буду делать то же, что я и делал. То есть у меня будет вся эта веранда прозрачная из окон, вся вдоль. И, конечно же, здесь у нас будет второй этаж. Делать я его буду тоже попроще немножко. То есть не будет у нас таких прям слишком уж серьезных моментов. Так, и здесь будет второй этаж. Давайте-ка, наверное, зайдем и начнем, чтобы не тратить время, потому что у нас и так, в принципе, видосики ограничены по времени. Так, сейчас, ребят, я попробую найти какие-нибудь окна побольше. Не вот такие маленькие, а что-то побольше, потому что они есть. И я их попробую найти, чтобы как-то сэкономить нам время и ускорить процесс. Попробую все вот это сделать. Так, давайте-ка, наверное, что-нибудь посмотрим. Так, хорошо. Так, ребят, я нашел такое неплохое окошко, которое, мне кажется, вполне подойдет к этому интерьеру. И я не знаю, насколько оно будет вообще хорошее в плане, как, ну, в плане, будет ли оно ровно как-то вставать и так далее. Но мне кажется, это очень неплохая тема. По крайней мере, она перекроет очень большой объем, так сказать, того, что я здесь строю. Так, вроде как, ребята, я не знаю, с точки зрения вообще ровно ли это все. Так, ну, давайте пробовать. Так, ну тут и так вылазит немножечко. Ага, хорошо. Ладно, мне кажется, подойдет. Будем делать на одном уровне. И будет неплохо, я думаю. Так. Единственное, вот ровно ли? По-моему, не ровно, нифига, да? Вот так, наверное, надо. Так, давайте я это удалю, хрен с ним. Потому что не хочется криво делать, если честно. Хочется, чтобы все ровненько было. Так вроде ровно. Ну, если опять же я не ошибаюсь. Там уж хрен его знает. Ровно там или не ровно. Ой. Есть. Вот так и будем делать. Единственная высота меня интересует. Подходящая высота-то вообще для человека. Так, что у нас здесь не так? А, понятно. Так как-то должно быть, наверное. Блин, тут такая схема, что хрен поймешь. Ровно, неровно. Так, ладно. Блин, опускаешь там, кажется, криво. Поднимаешь здесь. Так, ладно, вот так будем делать тогда. Так, я думаю, нормально по высоте. Вполне. Вполне неплохо по высоте. Я думаю, все подойдет. Так, тут не вылазит, не вылазит. Так, все, такую высоту и будем делать тогда. Доделаем это до конца.
А там я, наверное, все-таки как-то попробую подобрать, переход плавный сделать из одного в другое. Так, хорошо. Так. Вот видите, как-то кривовато пошло. Пошло как-то кривовато. Ну ничего, бывает. Так, ничего тут не вылазит. Да вроде нет. Давайте я доделаю сейчас всю эту веранду, и мы посмотрим уж. Ну вот, да. Доделал я до конца. Это я буду перекрывать все. То есть будет крыша здесь такая же, наверное. Да, из этих же материалов будет крыша. И будем мы с вами идти дальше. Так, здесь мне нужно сделать перекрытие небольшое из вот этих вот блоков, из вот этих вот. То есть здесь я буду делать небольшое перекрытие, вот так вот. Как-то вот, может, вот так вот сделаю. И мне нужно довести его до конца, наверное. Хотя, знаете, хотя, наверное, не так. Наверное, надо чуть поглубже делать. Так. Даже вот так, мне кажется. Поскольку я здесь еще и прибавлял, то ничего страшного не будет. Ага. Ну, вот так пусть будет. Сейчас выровняем как-то этот. Так. Вот так вот, наверное. Вот. Так, пускай будет вот так вот. Так, здесь мы тоже чуть-чуть подвинем. Вот. Ага. И сейчас мне нужно доделать эту стену до того конца. То есть до того, до той стороны дома. То есть вот так я ее сейчас буду делать. Я не уверен, что у меня ровно здесь все. По-моему, есть чуть-чуть перекос. Но хрен его знает. Так. Так, все. Давайте делать до туда эту стенку. Тут, слава богу, ровная поверхность, и не надо слишком уж задрачиваться с этим делом. То есть, как вы видите, все ставится довольно-таки ровно, как прям в домино. Принцип домино. Хотя нет, видите, чуть-чуть уже скосил я. А, тут еще и выше немного. Ну, понятно. Так, все нормально, только выше немного, да? Так, здесь у меня будет дверь. Так. Здесь дверь будет у меня. Во. Так, здесь у меня будет дверь туда. А здесь... Хотя нет, давайте сделаем дверь где-нибудь ближе. Возьмем вот этот вот блок и уберем его. И на это место поставим дверь какую-нибудь цивильную. Ну, какую-нибудь такую прозрачненькую. А здесь мы доведем до конца вот эту вот всю катавасию. И потом посмотрим, как оно будет все. Так, вот. И посмотрим. А тут мы потом сделаем по ширине, как положено. Да что такое, блин? Вот за что не люблю, ребят, мэп-эдитор. За то, что делаешь вроде ровно все, а потом начинаешь с другой стороны смотреть и видишь, что у тебя криво. Вот. Там было ровно, здесь криво. Вот. Делай, что хочешь, как говорю. Вот тут опять криво. Видите?
всю иронию, блядь, этой херни. Так, ладно, давайте я доделаю до конца стену эту и посмотрим, что получится. Спустя минут 10 у нас получилась вот такая вот фигня. Я не знаю, у меня кадры просели до 20-25. Так, мне нужно посмотреть высоту, потому что я не могу вообще как-то адекватно воспринимать высоту этой постройки, вот этого второго этажа, потому что я не вижу вообще, как оно должно быть здесь. То есть мне непонятно. Поэтому я сейчас, наверное, выйду с редактора. Так, вот я вышел с редактора. И сейчас я поднимусь наверх и посмотрю, что там и как. Что и как получается в плане подъемов. Ага, так. Так, высота. Высота практически с Тревора. Ой. Че, она так легко бьется, что ли? А, нифига себе. О, да. К окнам подходить нельзя. То есть вывалиться-то... Вывалиться ты вряд ли вывалишь, только если прям с разбега. Ну-ка. Не, не упадешь. А, ладно. Так, ну высота... Высота, конечно, так себе. Но... Ну ничего. Ладно. Пускай будет так. Так, тут поставим дверь. Будет все нормально. Так, окей. Так, делаем перекрытие, наверное. Крышу, наверное, сделаем, да? Сейчас здесь. Попробуем крышу сделать. Вообще, если честно, ребят, наверное, это видео будет покороче, потому что я не знаю почему, но мне лень. Мне реально почему-то лень что-то делать сегодня. 8 марта, но дело-то не в 8 марте, потому что это праздник, как говорится, женский. Но вот почему-то, я не знаю почему, но мне как-то впадло, что ли, строить. Поэтому я, наверное, как-то ограничусь какими-то, может быть, небольшими отступлениями. И на этом мы с вами закончим. Так, так, крыша, крыша. 18 кадров. Вы чё, ребят? Это из-за чего? Из-за вот этого вот стекла, что ли? Кадры просели. Так. Вообще как-то неправильно, по-моему. Ага. Так, давайте сейчас все выровняем здесь. Знаете, я, наверное, без видео дострою весь этот этаж. Наверное. Потому что, наверное, не имеет смысла вот на видосе это все делать. Однообразие. Так, стоп. Ага. Так, и высоту чуть-чуть поднимем. Так, вот, ровненько, да, вроде? Ну, относительно ровненько. Так, хорошо. Угу. И здесь сейчас перекроем. Вот как-то вот так вот, наверное. Сейчас сделаем перекрытие здесь тоже такое. Так. Так. Высоту. Высоту и надо выровнять все это дело. Так, вот. Так. Вот так вот. Сделаем. Так, что у нас по окнам? Так, окна все нормально, все в порядке. Так, и, наверное, надо перекрыть вот эту вот, да? Стоп, а если я вот так сделаю? То есть пойду против системы. Сделаю как-то вот так вот. Чтобы не два листа делать, а один. Вот так вот. Сделаю, и все. И хорошо же будет. Да. Так, надо мне это все подвинуть. Как-то подвинусь и высоту. Так, хорошо. Так, и высоту. И, наверное, придется чуть-чуть развернуть, да? Корму. Так.
Вот. Ну, как-то так, наверное, да. Ну, приблизительно так. Хотя нет, наверное, хрень получается. Хотя тут... Стоп. Да, вот так, в общем, будем делать. Не будем ничего выдумывать. Не будем заниматься хренью. Блин, единственное, я сейчас подвину чуток. Вот так вот. И опущу. Вот. Вот. Ну и все, в принципе. Так, может... Может, я зря подвинул? Все, оставляю так. Пошло оно все. Так, хорошо, здесь мы уже перекрыли с вами. Все у нас вроде нормально. А, давайте поставим дверь сюда какую-нибудь. Так. Что-нибудь такое офисное и не сильно, так сказать, страшное. Такую стандартную, да. Влезет она сюда хотя бы. О, она не то, что влезет, тут еще и двигать надо будет что-нибудь. Да, ребята. Хорошо. Ой, она высокая. Да. Я хоть какую-то дверь-то здесь вообще смогу подобрать. Она же вся такая, наверное, высокая-то. Наверное, низких-то совсем дверей нету. Так, а вот это она высокая дверь или нет? Так. Да. Да. А будет она работать, если я сделаю вот так вот, допустим? То есть, чтобы не совсем было до конца, а чтобы был какой-то, скажем, чуть-чуть в стену уходило. Не знаю. Как-то все это не очень выглядит, вам не кажется? Так, ну тут вроде... Да и дверь-то какая-то. Ладно, я сейчас посмотрю, что можно сделать здесь. Так, вот этот лист хочу чуть-чуть подопустить. И вот этот подопустить. Ой, блин, друзья, из-за того, что слишком низенькие окна, и все, я под это подгонял, оказалось так, что Тревор даже не может пройти нормально. То есть он задевает обалки головой, дальше не идет. Пришлось сделать еще один этот, как его, еще один ряд поставить этих стекол. И тут сделать все, чтобы высота была приемлемая. Так, и знаете, хуже всего, когда вот тебе неохота что-то делать, а ты делаешь. И вот сейчас мне неохота это делать, и у меня уже мысли закрадываются такие типа, а зачем я это делаю? А зачем я это строю? А почему я на это время сейчас трачу? А на улице хорошая погода, сегодня праздник для девчат, сегодня будут танцы. Зачем я здесь трачу время? Вот реально. И знаете, когда такие мысли наступают, лучше действительно отложить и заняться этим в следующий раз. Потому что тогда будет все нормально. Реально. Фу. И, ребята, тогда делаем так. Сейчас мы заканчиваем. Будет у меня настроение получше, я продолжу. Давайте сейчас это... Сохраним карту. Так. Я сейчас выйду из редактора. И мы с вами сходим, посмотрим. Это все дело. Еще раз. Без крыши. Да. А, так, тут у нас, понимаете, здесь высота позволяет. Здесь, считай, три ряда. Так, давайте посмотрим.
Так, вот мы поднимаемся, и вот так вот. Ну-ка. Я сейчас не понимаю, почему бьются окна. Неужели она такая хрупкая система, что здесь все так бьется легко? Не знаю, ребят. Так, вот теперь высота хорошая, это видно. Так, дверь работает. Так, ну неплохо, ребят, что сказать? Вполне неплохо. Ну, конечно, сейчас я уже считаю это уже немного бредом, потому что слишком большая территория получается. К чему оно? Там внизу куча места, здесь куча места. Зачем мне столько? Ну ладно, это просто сейчас такие мысли. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Есть идеи, пишите в комментарии. Также не забывайте поддерживать, ставить палец вверх, подписываться на канал. И помните, что от вашей поддержки зависит мое желание продолжать эту рубрику, поэтому не скупитесь, так сказать. Всем до новых встреч, пока.